Всем привет, друзья! И вы на канале Волчок! И сегодня, ребята, мы с вами продолжим прохождение игры Зомби против растений! Круто! Итак, друзья, давайте! У нас появился новый зомби, дедушка на такой попрыгалке. Да, точно, друзья, да, у нас появился дедушка на и попрыгалке, новое растение. Да? Тыква-то! Тыква! Защита! Правда, такая, это мы еще не видели, да, не проверяли. Димка говорит, друзья, что это защита? А, да, это защита, как картошка. Как картошка? Да, класс. Как картошка. Это круто, только... друзья. Ой, это что? Это что у нас? Не знаю, бонус. Нажимаем, друзья, продолжить и отправляемся с вами. Вау, у нас опять ночь, да? Вот он. Да, вот он, у нас попрыгайчик прыгает просто на своей, я не знаю, на своей палке какой-то, друзья. Пап, вот это вентилятор. Это вот тот тогда догнал, уже на планшете своем догнал. Так, ну что, Димка, будем брать? Вот. Так, подожди. Давайте берем. Вот у нас ночь, но да, ночь не забываем. Солнышки, да, цветочки. Тогда мы еще забыли про вот эту. Грибы с ноликом, листики на воду. Да. Вот это не надо. Так, листики на воду, на воду, на воду. Листики мы взяли. Папа, а как вот, вот эту? И дальше посмотрим. Это защита, да, говоришь? Вентилятор? Так, нет, подожди, давай защиту пока не будем брать. Давайте возьмем вентилятор, друзья. Возьмем вентилятор. Точно. И возьмем звездочку. Да. Нажимаем плеер, друзья. Плей. И отправляемся с вами, да, мочить зомби. Круто. Еще ближе. Еще ближе, друзья, у нас туман подошел. Начинаем отсюда. Да, поближе, еще поближе можешь стоять. Вот сюда, да. Просто зомби так быстрее убиваются. Мы, друзья, нет, у нас есть вентилятор, да? Но мы все равно. Вот он, 100 денег. Мы пока на него не накопили, да, поэтому ставим наши грибочки поближе к туману. Пап, смотри, все, одна волна отлетела. Чтобы они начали стрелять уже. Бесплатные грибочки. Бесплатные грибочки, мои любимые грибочки. Так, пап, отличненько. Он там пойдет, как 100%. Еще, Димка, ставь, ставь, ставь. Молодец, ребят, круто. Кажется, зомби там пойдет. Так, не забываем выставлять наши, которые грибочки выращивают солнышки. О, все, застрелял. Застрелял. Правильно. С первого вот это мы начинаем. Так, сейчас, Димка, подожди. Давай ему в подмогу, друзья, поставим второй грибок. Вот. Это наверху у нас, да, наверху? Он уже помог ему. Все, замечательно, друзья. А у него галстук, галстук. В галстуке, зомби в галстуке. Никто, он никто, собрался никто, к нам в дом, как на праздник, правда? Да. Но ему не забраться в наш дом. Да. Да? Мы не пустим его? Ой, так, Димка, ставим. Тут есть еще мини-игры. Вау, еще одного. Да. Тут еще есть мини-игры. Мини-игры. Кстати, да, друзья, здесь есть мини-игры, я про них слышал, но они вроде бы потом будут. Да, из них можно получать денежки. Ага, все понятно, круто. Так, ну они очень мне интересные, очень. Они мне просто нравятся. Давай, Димка, грибочек, который у нас в солнышке выращивает. Начинать пулеметчики так, давай. А то вдруг зомби... У нас, да, пока вода не защищена совсем, да? Совсем во все. Так, так, ставим вот сюда. Так, ой, подожди, Димка. Ну ничего, нормально. Все, так, листики. Начинаем на воде тихонечко, да, как сказать, Димка? Делать листики, да, делать нашу... О, застреляли что-то. Почву, делать нашу... О, о, друзья, у нас в колпаке справятся они, нет, давай третьего, давай, троем. Получается, просто надо одному ему съесть, понятно, посмотри. Все, все, есть, Димон. Вот кто-то волновать за него, вот это, вот это. Все, класс, отличненько, у нас вентилятор прошел. Вот они пойдут. Так, Димка, подожди, не торопись пока что. Надо нам на воду, да, маленько выставлять, только бы у нас не было пингвинчиков, не пингвинчиков. Вау, я не знаю, что с ним делать, друзья. Подожди, Димка, нам надо на картошку. Что он делал? Он его перепрыгнул. А он перепрыгивает? Ой, друзья, что нам делать? Подожди! Вот это! Димка, нам надо поставить картошку сразу, пускай там стоит картошка. Да. А он не может перепрыгнуть. Он на своей скакалке, ребята, все у нас перепрыгал, все грибы. Да. А он не может огромную картошку перепрыгнуть. Наверное. Да. У нас
Надо было брать огромную картошку. У нас есть огромная картошка, большущая. Ее даже этот спортсмен-рекордсмен, да, зомби такой, который с шестом бежит и яху, прыгает. Но он не мог перепрыгнуть. Он не смог перепрыгнуть. Этот на палке, на вот этой своей... И вот это вот тоже не сможет перепрыгнуть. Нет, не на палке, на дельфине. На каком дельфине? Ну там. А, там тоже на дельфине тоже прыгает. Ну, нет, тот... я про этого говорю, да. Который. А, спортсмен. На пружинке. Нет, меня тоже называют спортсменом катменом. Ой-ой-ой-ой-ой! А нет. Давай поставим пока вот сюда. Отдуем. Ух ты, пух ты, папа, ух ты. Поставим катушек. Ах! Чё, смотри, а... справится, нет, я не знаю, друзья, блин, он начинает сейчас есть уже. Фу! Я зря грибок убрал на воде. Ну не смешно вообще. Стой, 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 стой. Ой, сюда. Там. Все хорошо? Он даже нам монетки так потратил. Солнышко. Давай, подожди, солнышко. Поставим вот сюда. Идет. Не надо, не надо вентилятор. Подожди пока, Димка, у нас денежек мало. Ест там картошку, но на наши его растения его да долбят просто. Да. Вот так вот делают. Димка. Вау, зомби-волна, Димон, что будем делать? Подожди. Подожди, Димка, подожди. Дай, 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 дай. Друзья, все, у нас финальная волна начинается. Да, все, финальная волна. О, звездочка, 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 смотри. Так, надо пока листик. Картошка, загружайся быстрее, не загружается она у нас. Давайте пока поставим. Ничего, этот опять перепрыгивает. Да не бойся, папа, у нас есть вот это. Пап, смотри, Димка. Давайте, давайте, грибочки родименькие. Картошка. Ешь, ешь картошку, Димон. Ура! Нормально, нормально, надо и вот этому еще. Давай, давай, давай. Выкапываем, друзья, выкапываем. Чтоб поставим туда пулеметик наш. Гороха. Нет, это не горохомел. Это гриб. Гороха съел. Еще бы сказал гороха, пулемет. Ну-ка, что там у нас? Что там у нас, как думаешь? Последний зомби! Димон, давай пятеру! Зомби, давай скорее убивайся! Класс, друзья! Отлично! Супер! Папа, скот съест! Так еще одну готовку! Не, мы успеем. Все, не надо уже тратиться. Я знаю, кто это, гриб-магнит. Гриб-магнит? А что он делает? Он ведра забирает к себе. Это зомби идут, которые у нас в ведрах, да, на голове? Он да, и он забирает, и он полезный. Класс, друзья. Он полезный, вот так. Вот такие я дела. Мы нашли гриб-магнит. Димон, супер, отлично. Друзья, ну что ж, кому сегодня понравилось играть вместе с нами? Не забывайте ставить лайки. И подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И всем пока-пока. До новых встреч, ребята. Пока.